Новости столицы в эфире. С вами Лариана Шамхалаева. Все, чем запомнилась махачкалинская неделя, смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. 10 тысяч свечей памяти и скорби столицы республики на неделе присоединилась к акции «Огненные картины войны». Дворы и дороги. В Махачкале продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Есть обратная связь. В Махачкале торжественно открыли Центр управления городом. Работу столичной мэрии в этом направлении заметили и оценили. Махачкала – столица фестивалей. Сначала кофе, теперь и еда. Шеф-повара из Москвы прибыли в Дагестан для анонса гастрономического фестиваля. Интервью с организаторами мероприятия смотрите в выпуске. 22 июня в России – это день памяти и скорби. 81 год назад фашистская Германия напала на СССР. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан и стала самой кровопролитной в истории человечества. В память о жертвах по всей стране прошли траурные мероприятия. Международную акцию «Огненные картины войны» поддержали в Махачкале. Волонтеры создали военный сюжет из 10 тысяч свечей. Их по площади расставили таким образом, что с наступлением темноты вырисовывалось художественное изображение с надписью «Помним» и медалью Героя Советского Союза. Инсталляция воссоздает известную картину, где герой Великой Отечественной войны Абдулхаким Исмаилов водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Мы помним и гордимся нашими участниками Великой Отечественной войны, подвигом нашего народа. И впервые эта акция проводится в Махачкале, посвящаем его всем ветеранам, всем участникам Великой Отечественной войны. В Махачкале начался ремонт дворов по проспекту Акушинского 84-84А в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Реконструкция и благоустройство идут в 17 дворовых территориях города. Всего в перечне общественных пространств, где будет проведена реконструкция, в текущем году 23 двора и 7 общественных пространств. Благоустройство включает ремонт проездов, тротуаров, установку фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, детских и спортивных комплексов, а также озеленение. Проводятся подготовительные работы к обустройству отмостки, проведены демонтажные работы. Также хочется сказать, что силами Махачкала-Водоканал заменена ветхая труба, которая проходила под землей, порядка 150 погонных метров. В данной дворовой территории предусмотрены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке тротуарной плитки, резиновой плитки под малыми архитектурными формами, детскими игровыми оборудованиями. Также планируется установить дворовое освещение, установить скамейки, урны. Общая площадь данного двора составляет 5000 квадратных метров. Продолжаются работы и по благоустройству самой большой дворовой территории по улице Стояна Джорова 579. Площадь благоустройства 715 квадратных метров. Здесь уже установлено плиточное покрытие и проведено зонирование. Планируется высадка зеленых насаждений. В данном дворе будет установлена детская площадка, будет установлена воркаут-площадка. Также будет установлена беседка для отдыха горожан. Травмобезопасное покрытие, конечно, будет само собой на детской площадке, на воркауте. Ну, также установлены скамейки будут, уличное освещение, ну, само собой урны. Отметим, что на всех объектах, где запланировано проведение работ, установлены стенды с дизайн-проектом планируемого благоустройства и сведениями об ответственных сотрудниках, курирующих конкретный объект. В Махачкале проводится серьезная работа по налаживанию обратной связи с населением. Об этом заявили представители организации «Диалог регионы», посетившие столицу республики с рабочим визитом. Гости также приняли участие в церемонии открытия Центра управления городом. С начала своей работы ЦУК Махачкалы обработал более 10 тысяч обращений граждан. Об этом сообщил руководитель регионального ЦУРа Султан Абдуларимов.
Мэр города Салман Дадаев, в свою очередь, подчеркнул, что во всех структурных подразделениях администрации есть специалисты, отвечающие на обращения горожан в комментариях под постами в телеграм-каналах. Хорошие примеры, когда за цифрами стоят конкретные дела, конкретные вовлеченные профессиональные люди, и все это находит отражение каждый день в жизни города и в жизни людей. Спасибо вам большое за проведенное мероприятие. Очень было нам и полезно, и интересно. И это наша сверка часов подтвердила, что вы очень интенсивно развиваетесь. И всем, чем мы со своей стороны сможем оказать содействие, в дальнейшем готовы в любой момент. Всегда. Спасибо. На самом деле, потому что те инструменты, которые нам вы даете, и обращать внимание на аналитику, на подходы в ежедневном режиме, оптимизирует работу Центра управления городом и в конечном счете повысит удовлетворенность граждан. С момента, говорил, пока у нас в аккаунте Инстаграма это была эта работа, она носила более такой, любительский характер, Мы ее внедрили, мы с гаражами находились на прямой связи, реагировали, отвечали, а вот уже с внедрением именно системы Центра управления регионом и продолжение его на муниципальный МЦУ, это уже на системной такой совершенно другого уровня работы получилось ее поставить. И вот ваши механизмы и то, что вы нам даете советы и рекомендации, в разы нам уже на профессиональном уровне удалось это отрегулировать. И когда граждане в порядке 59-го федерального закона не ждут месяц рассмотрения их обращения, получения и не всегда остаются удовлетворенным, именно инцидент-менеджмент нам позволяет в режиме практически реального времени в течение 30 минут берется он в работу, в течение рабочего дня устраняется, если нет, включается в план, это если необходимо асфальтобетонное покрытие заменить или отремонтировать, какие-то другие дополнительные ремонтные работы провести. И когда уже отчет выкладывается, и жители это видят, поступает обратная связь, и другое население за этим наблюдает, получается, можно через инцидент-менеджмент обратиться, подать электронный просто комментарий в соцсетях, и обращение будет рассмотрено. Это у нас удовлетворенность махачкалинцев. Махачкалина появился в меню ряда городских кофеен. Авторский напиток, который был признан жюри Махачкалинского фестиваля «Бариста» лучшим вариантом, достойным носить имя, созвучное городу. Кофе скоро будет в меню всех без исключения объектов общепита города. Об этом сообщили в городской администрации. В составе Махачкалина – урбеч, щербет, мед, сливки дагестанского производства. Первые дегустаторы нового столичного напитка отмечают – кофе понравился, и его хочется заказывать снова и снова. Что за... Просто... Я даже не знаю, как описать это слово. Итак, перейдем от кофе к еде. С 1 по 3 июля в Махачкале пройдет первый гастрономический фестиваль Food Street Dark. И сегодня у нас в студии два гостя. Это организаторы мероприятия, международный кулинарный судья, журналист, автор кулинарных книг и телепрограмм, в том числе и о дагестанской кухне, а также организатор фестиваля Баратов Николай Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А также... В студии у нас еще один гость, Вагабов Махач Мустафаевич. Это доктор исторических наук, профессор, член комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии и руководитель проекта «Визит Дагестан 2022». Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, на самом деле, вы здесь у нас в студии такие красивые, в этих отглаженных кителях. Большое спасибо, что вы приехали к нам. На самом деле мне есть аж захотелось. И знаете, первый вопрос. Вы приехали чуть-чуть заранее. Вы пробовали наш кофе у Махачкалина? Нет, я не пробовал. Вот это упущение большое. Это на самом деле упущение, потому что буквально на той неделе прошел фестиваль кофе. И мы слышали. Гость из Чечни открыл для махачкалинцев приятный напиток с рубичом. Называется он Махачкалина, поэтому попробуйте. Но по поводу вас. Расскажите вообще для тех людей, которые после пандемии вообще не знали давно, что это за фестиваль, как он будет проходить и так далее.
Ну, у нас были, да, у нас были два чемпионата. Оба как раз они проходили под эгидой проекта «Визит Дагестан» в 18-м и 19-м. Да. А потом, к сожалению, как вы сказали, на нас вот это вот ковидло на нас напало. Вот, и мы два года не могли позвать наших друзей зарубежных. Но потом вот как-то оно все потихонечку и... Собрались мы вот теперь в Махачкале благодаря вот этому гастрономическому фестивалю Food Street Duck и организовать кулинарную составляющую. Да, и организатора надо назвать. Мы-то, понятно, помогаем, да. Но здесь Риа Дагестан. Я не знаю, можно ли в вашей студии называть Риа Дагестан. Да, но вот Магомед Алиевич, он, в общем-то, такой зачинщик. Да. А почему именно Махачкалу вот выбрали в этом году провести фестиваль? Как это совпало? Ну, Махачкала, она теперь стала, как сейчас, такое есть модное слово, такой модный туристический хаб. Вот, то есть точка притяжения для туристов. И я даже не помню, сколько раз благодаря моему другу Махачу я приезжал в Дагестан. Может, 15, а может, даже больше раз. И я впервые увидел такое громадное количество туристов. И я очень рад за Махачкалу, за махачкалинцев, потому что если люди приезжают, значит, интересно и значит, вкусно. Потому что, в общем-то, зачем люди ездят в другие места? Чтобы посмотреть что-то такое необычное и красивое и попробовать что-то такое тоже очень вкусное. А вот по поводу вкусного. Кстати, да, про Махачкалу рассказали. У нас три дня в Махачкале мероприятие. И 4-го будет в Кизельюрте битва шефов. Ух ты! То есть все иностранные шефы, Италия, Маврикия, Армения, Киргизия, Узбекистан. А вот как раз хотела задать вопрос. Место можно называть, участвовать? Где это будет? Можно. Назовите, пожалуйста, место и как раз сколько вы участников ожидаете и здесь, в Махачкале, и там, и какие страны, вот что интересного, может быть, будет после такого долгого перерыва? Ну, давайте я про Махачкалу расскажу, что у нас здесь ожидается. У нас 10 рабочих мест. Это все будет происходить на открытом воздухе, на очень... известном махачкалинцем месте, это рядом с Родопским бульваром. Вся улица Пушкина отдается под фестиваль, а мы, вот наша кулинарная часть, она будет рядышком с Аварским театром. Вот там большая площадка. И там будет стоять 10 грилей, но грили такие, что на них одновременно можно поставить казан. И поэтому каждая команда, которая будет соревноваться, она будет сразу в двух номинациях. А если я не ошибаюсь, у нас, значит, баранина у нас с шурпой. Потом у нас форель с ухой. Да, вот да, рыбкин день у нас будет, да, вот уха и форель, наверное, жареная по-всякому. Ну и также, как же без курицы, самая демократичная еда у нас, вот курятина. А курятина у нас с пловом, по-моему, будет еще. Mm-hmm. Еще рядом плов будет в казане готовиться. Это то, что касается... А участников — это лучшие рестораны, не только рестораны. В общем-то, может принять любое заведение общественного питания от маленького кафе до самого шикарного ресторана. И, кстати, место еще есть. Да. Если какие-то рестораны хотят принять участие, как говорится, испытать себя. Это не только испытание, это большая школа для самих поваров. То есть, если ну, многие рестораторы, хозяева не отпускают своих поваров, чтобы отвлекаются от работы и так далее. Но надо понимать, что вот он побудет с иностранными шефами три дня, он научится многому. Поэтому, обращаясь к рестораторам, не издевайтесь над своими поварами, отпускайте их на соревнования. А у меня даже есть такое, вы знаете, немножко такое людоедское сравнение, то, что, в общем, повар не должен вариться в собственном соку. Он обязательно должен выходить на люди, чтобы посмотреть,
что другие делают, узнать, что сейчас модно в кулинарном мире, ну и себя показать, конечно. Поэтому, дорогие телезрители, дорогие рестораторы, дорогие шеф-повара, для тех, кто хочет принять участие, ниже мы добавим бегущую строку, номер телефона. Звоните, участвуйте. Возможно, вы что-то выиграете. Кстати, я хотела узнать по поводу призов. Будет ли призы, награды, медали, я не знаю, дипломы? У нас будут, конечно, будут медали, потому что мы будем судить строго, справедливо, но все-таки немножко снисходительно, поскольку соревнования будут происходить на открытом воздухе, что называется, немножко в полевых условиях. И у нас будут медали бронзовые, серебряные, и, надеюсь, будет много золотых тоже. Само собой, все участники получат диплом участника. Ценные подарки. Да, потому что у нас же есть партнеры фестиваля. Вот они готовят различные призы и подарки для победителей. И есть даже один спонсор, который пошлет молодежную команду на зарубежный чемпионат. Это очень интересно. Да, вот, то есть перспективы развиваться дальше. Да, да. И вот персонально тогда вам вопрос. Вы с Москвы, правильно? Да. А вы? Я из Дагестана, но 20 лет в Москве. 20 лет в Москве. Как раз та улица, которую вот вы назвали, где будет место проведения чемпионата, это самые классные места. Я называю их вообще дагестанскими махачкалинскими патриками. Почти как в Москве. Действительно, центр притяжения молодежи. Очень много кафе, ресторанов и так далее. Сами вы там где-нибудь что-нибудь пробовали? Может, у вас появились здесь какие-то любимые блюда, напитки, которые, вы так сказать, унесете, может быть, частичку какого-то блюда туда, будете в своих заведениях, так сказать, готовить. Может, что-то понравилось? Мне больше всего чуду нравится. Но оно на разных языках разных народов Дагестана по-разному называется, но это все равно очень вкусные пироги. Они бывают и тонкие, и толстые. Я уж, наверное, перепробовал все благодаря вот Махачу, а может и не все. Но Николай Андреевич написал 5 книг по дагестанской кулинарии. И спрашивать его, где вы что пробовали, он пробовал все и везде, даже в горах. Так что... А у вас какое любимое блюдо? Или что любите готовить, если не есть? Может быть, вас вообще уже не удивить никакими изысками? Сложно сказать. Сложно. Наверное, курзе. Дагестанское курзе во всех... со всеми видами фарша. И, кстати, такое мы готовили в Македонии. Македонии удивили всех. Это яичные курзе. А, да, ну, я выдам тайну Хача Мустафаевича. Когда мы были в Хорватии, то он там еще очень вкусную долму приготовил. Да. А долму, кстати, поела бы. Я по-мучному не очень, а вот долма – это и трава, и мясо. Все прекрасно. А вы сами на этом фестивале будете только оценивать, или же какой-то мастер-класс от вас, как от спецов, могут ждать молодые шеф-повара? Мы, само собой, примем участие вот в этой битве, в батле шефов. Кстати, Махач Мустафаевич обещал рассказать про продолжение. Кизилюрте, да. Да, вот что будет там. Янтарная, если можно назвать, да, там будет проходить битва шефов. Итальянец, маврикиец, президент Грузия, Армения. Грузия, Армения. То есть россияне, само это собой. Все президенты своих ассоциаций. Они каждый за барбекю будет готовить, допустим, рыбу по рецепту своей страны. То есть это 10-12 участников. Это такое красочное шоу, соревнование. Но оно не совсем такое строгое соревнование, это скорее шоу. Ну, это так вот по гамбургскому счету, то есть между своими вот собрались. Отлично. И каждый что-то чего-то такое покажет. Честно говоря, вот именно туда мне хочется попасть. Милости просим. А в дни фестиваля, поскольку у нас очень много иностранных гостей и шефов, каждый из них будет давать по 2 мастер-класса в день. То есть итальянская кухня, потом грузинская, потом маврики, потом Узбекистан. На следующий день, ну, другое чередование. Вот так это будет происходить. И, наверное, уже заключительный такой вопрос. Обычные горожане, гости столицы, те же наши туристы любимые,
могут просто прийти и, возможно, посмотреть и даже что-то попробовать. Правильно я понимаю? Да, конечно. Но у нас там, конечно, будет очень вкусно пахнуть, потому что, сами понимаете, на гриле все это будет жариться. И понятно, что на громадное количество людей участники не смогут приготовить. Но там рядом будет целая улица, вот эта вот самая Старт-стрит, и там можно будет попробовать все, что угодно. И, само собой, и не только дагестанские, ну, конечно, дагестанские блюда там будут в разнообразии, но там будут и кухни других стран наверняка. И, кстати, будет несколько таких блоков, где домашние хозяйки представляют свои. Да, потому что это мы все говорили про профессионалов из общепита. А у нас есть еще соревнования для непрофессионалов. То есть фактически любая домохозяйка, а вы знаете, я вот в своих книжках я собирал в основном рецепты, которые мне по домам рассказывали. Так вот, эти домашние хозяйки могут прийти со своей выпечкой. Даже на месте ничего готовить не надо, а это как домашняя работа. То есть дома приготовила какую-нибудь чуду или какой-нибудь сладкий пирог, или какую-нибудь выпечку, или торт, даже свадебный торт. И у нас будет такая выставка, где можно будет это все выставить. И судьи пройдут, посмотрят, попробуют. И то же самое будет награждение. И тоже будут они получать дипломы. Да. Поэтому мы приглашаем всех, у кого есть пекарни, чуду, кто, в общем-то, профессионал, непрофессионал. Мы нет, всех приглашаем. Мы приглашаем непрофессионалов. Но может человек пробраться профессионал прикинуться непрофессионалом. Вам огромное спасибо, что уделили нам время, что пришли к нам в студию. Хочется сказать вам, что на этой неделе, вот как раз в эти выходные, до того, пока вы будете подготавливаться к вашему фестивалю, можете немножко расслабиться, потому что эти три дня будет идти фестиваль «Кавказ. Единая семья». Здесь тоже гости из Чечни, Ингушетии, Адыгеи, наши дагестанцы будут петь, веселиться. Ну, здесь уже танцевальная, музыкальная такая вот нота. Ясно. Как раз настройтесь на кулинарное свое. Спасибо вам огромное. А мы вас ждем в гости. Обязательно. Я приду. Спасибо. Приглашаем всех, да. Праздник дружбы и мира, сохраняющий многонациональную культуру и добрососедские отношения. В Махачкале проходит 10-й межрегиональный фестиваль народного творчества Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ. Единая семья». Он продлится 3 дня с 25 по 28 июня. Жители и гости города смогут ознакомиться с культурными обычаями, творчеством, ремеслами и фольклором различных народностей. Фестиваль соберет представителей из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии и Ставропольского края. В программе мероприятия танцевальные номера, музыкальные композиции, флешмобы, выставки мастеров. Концерты пройдут не только в центре Махачкалы, но и в пригородных поселках Богатыревка, Шамхал, Шамхал-Термен, Новый Кехулай, Тарки, Талги и Новый Хушет. Это все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До скорой встречи в эфире.